Я на месте на Киевском, напротив торгового центра. Жду гостей. Вот первые дождавшиеся нас помощники. О, какая красивая лежаночка. Спасибо большое. Ух ты. Успели? Спасибо. Какая красота. Спасибо большое. Какой шикарный мишка. Куда вы пошли? Почему? Собаки у нас нет, у нас есть медведь. А, спасибо. Яны, наши постоянные помощники. Вон целую машину привезли нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Постоянные наши помощники. О, как обычно, полная машина. Так, лоб лежит там. Сейчас, сейчас. Вы куда? Вот, ведерки. Лекарства. Отлично. Отлично. Пакет порвался с ведрами. Ничего страшного. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо огромное за подарки. А вы видео снимаете? Да. А-а-а. Скажите нам что-нибудь хорошее. Я Валентина. Умнички вы. Спасибо вам за добрые дела. Спасибо. Спасибо большое. Приезжайте почаще. Этому мишку поставили. У нас уже вот полно. Надеюсь, собаки не к нам. Собаки, надеюсь, говорю, не к нам. Куда вы пошли? Сейчас говорит, я поеду туда. Я говорю, забыла, что... Забыли, да. Вот так вот. Какая красота сегодня на Киевском вокзале. Фонтан. И он как раз фонтан перестал. Всегда. И он перестал как раз. Сейчас, сейчас, разгонится. А вот наша Лиля. Правая рука Валентины. Она всегда за кадром. Наша красавица. Спасибо, Лиля, за твою работу. Ну вот. Уже и грузить-то некуда. Ну, сегодня здорово. Здравствуйте. Да, сегодня удачный день. Я неудачно приехала почти с полной машиной. Тоже. Спасибо. Машка, все, ну, укладчик номер один. Я думаю, да. День. У нас очень сейчас сильный дождик идет, поэтому мы дома снимаем с дочкой. Всем большой привет всем любителям и помощникам лохматой души. Я знаю, вы сегодня встречаетесь на Киевском,
И я вас всех обнимаю, всех очень люблю. Мой приз я передаю Виктории. Ну, во-первых, Виктория замечательный человек, это знают все, что она делает очень много для приюта. Ну, и она, у нее был день рождения недавно. Вот по этой причине я очень-очень хотела бы ей такой маленький привет передать с этим букетом. Еще хотелось бы сказать, что эта девушка или женщина, она, которая делает эти букеты, она большая-большая молодец. Ей огромное спасибо. И это очень хорошая идея. Не скучный цветочный букет, а вот что-нибудь такое интересненькое подарить своим дорогим и близким. Так что очень хорошая идея. Всем большой привет. Пока. Итак, друзья, у нас не получилось провести розыгрыш при помощи электронной программы, поэтому мы решили действовать старым способом. Мы записали имена участников на бумажках и насыпали в старую шляпу. Вот. У нас 18 участников. И вот из этой шляпы наш самый независимый и самый неподкупный Арлекин сейчас выберет имя победителя. Ну-ка, давай, доставай, Арлекин, доставай. Ты должен достать бумажку с именем победителя. Да. Давай. Мы тебя ждем. Что? Ты достал бумажку? Ну-ка, покажи мне, что там такое. Так. Ну-ка, отдай. Итак, мы вручаем Вике букет, который выиграла Галина и передала его Вике в качестве подарка за Вики труд. Черновую вот эту вот не буду снимать, так как, ну, все-таки мы на улице. Красота. Вот такой чудесный, да, красивый букет. Он съедобный, что ли? Конечно, смотри, он как пахнет вкусно. Ты чего? Да, приятная неожиданность. Спасибо большое, Галина. Дорогие друзья, я хочу сказать, что несмотря на то, что мы живем все в разных странах и в разных городах России, мы все равно вместе. И это самое главное. Вы только вдумайтесь, мы не только спасаем животных, мы соединяем родственные души, объединяем любящие сердца. Вы посмотрите, каким мы делаем счастливыми людей, которые берут животных в дом. Спасибо вам огромное. Этот букет сделан одной из подписчиц нашего канала. Женщина, видите, какая рукодельница, какую красоту сделала. Это все съедобное. Сейчас мы с Машкой устроим пикник прямо на Киевском вокзале. Это была проведена акция. Все участники акции переводили деньги на фонд приюта. И потом розыгрыш вот такой красоты. Мы хотим продолжить эту традицию. Я подошла встреча на Киевском вокзале. Хочу передать привет девчонкам с губернского рынка, группе поддержки. Совершенно замечательные девчонки, зажигалки. Просто люблю вас. С удовольствием монтирую ролики с вашим участием.